Подвальные прогулки. Подвал нового дома с операторами связи. Ну, Ростелеком, это обязательно проверим. Даже закрыт, молодцы, с коммуникациями интереснейшими. Подвалы вот молодцы, научились строить. Даже я с моим ростом в полный рост хожу. И операторов связи-то много. И коммуникации в кабель росты убирают. Ну, научились люди строить, научились. Это даже, я так осмелюсь предположить, на стадии строительства из каждой квартиры выведено. Ну, хорошо. Хорошо. Прям величайшие инженерные сооружения. И что вот часто стало попадаться? Стали попадаться, даже не знаю, как правильно назвать это, установки по очистке воды. Но это, видимо, не для всего дома установка. Это, видимо, автомат на той стороне стоит. Ну, все равно. Молодцы, цивилизация, полный рост. Это фильтры, видимо, да? Даже к своему стыду не могу сказать, это вот грязные фильтры или это чистые фильтры. Но тем не менее, хотите чистой свеженькой водички, так и пожалуйста.